сегодня мы поговорим про пароочистители. То есть аппараты для домашнего использования, которые используют пар под высоким давлением для очистки любых поверхностей. Стартовые модели будут начинаться в районе 2000 гривен. Самые дорогие с полным комплектом в районе 10. Разница будет в скорости нагрева, в удобстве эксплуатации. То есть, если мы возьмем самую стартовую модель, она очень похожа на кувшин по факту. То есть, при работе с ней, если вы будете что-то делать на высоте, к ней прицепляется удлинительная трубка, которая при эксплуатации будет механическое напряжение на ней. Советовал бы рассмотреть модели, которые идут в отдельном корпусе, и, то есть, стоят на полу с колесиками. То есть, вы можете, во-первых, там шланги 2-3 метра в среднем. То есть, вы можете даже поставить ее посредине квартиры и просто очищать все, что вокруг вас находится. И нет вот этого напряжения, вам не нужно ее таскать за собой, носить в руках. Модели более навороченные имеют два контейнера. Один для воды, которая находится в бойлере, второй для быстрого дополнения долива. То есть у вас две емкости, та, которая внутри, которую вы не трогаете, у вас вечно постоянно подготовленная вода. И вы, если понимаете, что давление воды слабовато, можете взять, снять отдельный контейнер, набрать воды, ставить и продолжить работу. Средняя подготовка к работе – это в районе 2-3 минут для нагрева воды. Также не стоит забывать по поводу аксессуаров. То есть у нас в комплекте будут стандартные наборы – это щетки для очистки плитки, плиты. Также там будут начистки пола. Не стоит забывать про ту вещь, которая покорила, наверное, половину хозяек – это очистка стекол окон. Отдельная насадка на уровне магии. Один раз протерев стекло, вы удивитесь результатом, потому что такого эффекта нет, по-моему, нигде, только в рекламе. Но в жизни это реально можно увидеть. Самое главное потом микрофибры просто протереть кантики и все. Также можно рассмотреть, если у вас квартира есть ковры, есть специальная для очистки ковров насадка. Она надевается на ту же, которая очищает пол дополнительно. И очень круто дезинфицирует именно ковры. Также есть насадки более жесткие для уборки плит. Они металлические. И не стоит забывать про нашу с вами обувь. Этими же насадками можно почистить подошву, почистить обувь и дезинфицировать. Эффект от такой очистки лучше, чем даже любой стиральная машина.